Походу купился. Всем привет, дорогие друзья! В сегодняшнем видео я расскажу, как можно разыграть своего друга, либо знакомого или незнакомого вам человека ВКонтакте. Я сейчас покажу, в чем прикол этого розыгрыша. Скопируйте, в общем, ссылку, которую вы видите в описании под видео, нажимаем «Вставить» и видим, что у нас пишет «Пароль успешно изменен». То есть человек, перейдя по этой ссылке, покажется вот такое сообщение непонятное. Вроде он пароль не менял, но уведомление пишет, что пароль успешно изменен. Итак, сейчас мы поступим так же самое с другом. Для этого мы заходим в мои друзья, предварительно скопировал ссылку, которую я в описании оставил. Выбираем друга, написать сообщение. И здесь пишем какой-то интересный текст. Допустим, и вставляем ссылочку, нажимаем Enter и ждем реакции друга. Что-то он долго читает сообщение, точнее, не читает его. Давайте подождем. Ах, вот, наконец-то прочитал. И ждем его реакции. Походу купился. Еще что-то печатает. Что за пароль изменен? Ну, в общем, как-то так. Короче, друг купился. Сейчас я ему позвоню, скажу, что все в порядке. Это просто прикол. Ну, в общем, как-то так. И, в общем, на этом все. Если вам это видео понравилось, ставьте лайк. Также подписывайтесь на мой канал. Также нажимайте вот эту кнопочку и оставляя здесь галочку, вы будете в курсе всех моих новых видео, которые выйдут на моем канале. До скорых встреч!